Продолжаем. Что тут нам несет интересно? основном накапливается в иле, Ага. и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бентозные организмы. Ага. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития в молоде моллюсков и ракообразных, О. приводя к их быстрой гибели. Однако Ага. моллюска сама в опытном резервуаре во время эксперимента нисколько не О, пострадала. спасибо. Биологические виды рыб вещество, похоже, практически не влияет. Опыт и плотва показали незначительное повышение темпов роста без негативных эффектов. В общем, понятно, да? Так сказать, нам тут немножко объяснили за выросшего сомика. А, у них тут могилки. Тихо. Нет, что тут свет. Те, конечно, зря, наверное, свет тушу. А с другой стороны. Ну, от подобного действия, например, в первой части, насколько я помню. Ух ты. Да. Ну, калашников я чувствую, я возьму при следующем заходе в поезд. Вместо пистолета. Ну, то есть, возможно, возьму. Помнится, короче говоря, от подобного действия с потушенными свечками. В первой части, ну, в редуксе там был момент, типа, что у тебя карма понижалась. А здесь... Фиг поймешь, понижается она, не понижается. Так, я вижу зелень. Ага, ну да, пошел я нахрен. Ну да, это было бы слишком хорошо. Спасибо. Так. Нет? А как? Эй, я хочу зеленку забрать. Алло, как ее? Как ее взять? Эй! А, ну, видимо, отсюда. Нет? Че, нет, что ли? Да ладно. Подожди. Ну, явно же можно. Отсюда, что ли, пропрыгать? Нет. Не дается. Может, поверху как-то? Ну ладно, сейчас поглядим. Короче, нам назад в любом случае. Или зажечь их все обратно. Что-то да. Как-то я себя немножко неправильно чувствую, что тут все свечки повыключал. Давайте-ка мы их на место все вернем. В конце концов, могилы, все такое прочее. Хоть и психи они капитальные эти. Самолюбцы. Сомолюбцы. Ну да ладно. Могила она и в Африке. Могила? Нифиг ее. Лишний. Не, ну, ограбить-то их ограбил, это да, но... Зачем мертвецам? Раз, два, три. Во. Все, я молодец. Кто молодец? Я молодец. Ладно, пошли дальше. Что там у нас? Что тут у нас интересного? Всякого разного. Так. Есть проход сюда. Есть проход туда. Куда, блин? Туда, блин. Так. Здесь у нас что? Свет кто-то зажег. Зачем мне зарядку удерживать? Окей, ладно. А это нам зачем? Вау. Красиво. Круто. А это куда тогда? А, может это как раз... Не, нет. Нет, тут... Может как раз... Я думаю, может туда, наверх. Ну, помните, где я там думал, что пройти можно? Ну, нет. Ну, нет, нифига.
Ну ладно, блин, один гриб не взял. Может, это, конечно, секреточка какая-то. Черт его знает. Все возможно, все возможно. Так, давайте-ка быстрее проскочим, а то что-то мне не нравится там сом, как-то он себе это немножко нервно ведет. Что-то он как-то это не вызывает у меня доверия это. Гимнастикой занимаемся. Сударь. Да вы крепки. Сильный. И все такое. О, вот за это спасибо. Какой красавчик. Не, вы видели? Два выстрела. Один выстрел в пузо выдержал. Ну как? Ну как выдержал? Ну, хотя нет, почему выдержал? Нормально. Я шмальнул у него. Шмальнул. Он выжил? Выжил. Красавчик, красавчик. Ой, как мне тут не нравится. Вот знал же, что будет какая-то лажа. Тёма, беги. Тёма. Тёма! Караул. Уйди, отстань от меня. Проклятая рыба. Фу! Плохой сом. Пусти. Не кусайся. А, ну конечно. Залезли мы в какое-то говно. Ну ладно, благо. Ага. Да мне самому тут не пропасть. Хрен. Ладно, ладно, я понял. Пусть экранирует. Пропавший сигнал мы как-нибудь переживем. Переживем. Капец, тут народу полегло, а. Балбес эти сектанты. Ой, а нам сюда что ли получается? Подожди, как-то. Здрасте. Стоп, что-то несколько маршрутов, что ли, я не пойму. Просто я вот пришел отсюда. Да, я пришел отсюда. Здесь. Ай! Печально. А, ну ладно, выжил. То есть, в принципе, один разок, как говорится, упасть можно, да? Один раз не водолаз. Ладно, хорошо. Это приятно, что игра, так сказать, дает возможность слегка налажать. Не рычи. Так. То есть, вот я отсюда пришел. Вот сюда я пошел. Здесь тупик. А, нет, все правильно. Да, все правильно. Теперь по круговой, так сказать, стоп. Заглядывая в нычки. Собирая все необходимое. Не пропускаем. Потому как лишним не будет. Лутецкого лишнего никогда не бывает. Но это, видимо, вылезаем просто наверх. Туда, куда бы мы по ступенькам пришли, да? Артём. Да? Нет? Артём. Да считай. Да прием, прием. Приняли уже, успокойся. Ай. А, вот да, вот я бы отсюда пришагал, да? Прикольно сидишь. Кто рычал? Да, я вас слушаю. Хрен на себе. Да блин, мне бы такой дробовик в первую часть, блин, я бы ни одну волну этих тварей, блин, вообще болт на них клал. Это ж пипец, вы посмотрите, просто сейчас, ну нет, понятно, что может быть сложность, конечно, пониже, но блин, скорость перезарядки просто потрясает. Раз, два, три. Бум-бум-чик-чик, бум-бум-чик-чик, все, блин. Красота просто. Чуварёч. Здоровый, сразу. Давай, давай. Че, чужой, что ли? Ни хрена себе ты. Слушай, ты где таких откармливают, а? Можно мне тоже этого растишки попробовать?
Все просто так у этого сама. Чувствую, чисто так. Пальцами задавлю. Без проблем. Песики. Человечки. Лут. Много лута. Блин, уже тут народ накрошил. Стоп, а мне как спускаться-то лучше? Чуть, блин, тут опять вот какие-то типа развилки, которые по факту таковыми-то не являются. Да? А, ну да, тут не спустится. Ну понятно, тут просто еще один грибочек взять, да? Грибочки мы любим. Что? Нет, все-таки этот еще надо прокачивать. Надо будет еще этот попробовать все-таки калашников. Блин. Ну, лучше вот этого, товарищи. Да, лучше уж так. Лучше уж. Как там? Уж замуж не втерпешь. Так, ну, видимо, нам сюда. Главное, чтобы меня тут сейчас не приняли. Как говорится, под белые ручки так сейчас. Хватит. Здравствуй, Сёма. Да, да. Чую, нам с тобой не ужиться. Не помирать. А. Странно, что она нашлась вообще. Чего тебе надо, прием? Приняли уже, уймись, блин, надоели. Да я в курсе, что-то. А даже если бы была, какая разница? Так, подождите, а мне куда? Вот там есть подъем наверх. На лестницу. Что там? Подъем наверх на лестницу. И здесь у нас кустик. Один. Тише, тише. А, то есть тут чисто лут, что ли, подобрать и все? Ну ладно, окей. Лут, знаете, тоже дело полезное. Да, тут чисто лут. Чисто лутецкого. Ну ладно, окей, окей, окей. Лут это хорошо. Лут это всегда хорошо. Так. Можно фонарик зажечь? Спасибо. Как-то мне вот очень нравится. Фонари. То тушить, то зажигать. Знаете, вижу зажженное, надо потушить. Вижу потухшее, надо зажечь. Ой. Вот тут напердели, не дарить вашу в корень. Фу. Да ни хрена ж себе ты. Слышь, за кирпич ответишь, морда. Отдыхай. Ты же... Серьезно? А я говорю, нет. У нас... Так, а вот это... Да, вот и поздоровались, блин. Нормально он вылез. То есть я его триггернул, что ли, тем, что я полез наверх, но не долез, а он среагировал, что ли, как-то так? Забавно. Не, ну прикольно на самом деле. Гипноденсер, блин. Еще один. Парни. Есть что? Видимо, нет. Ну ладно.
Так, вот опять у нас несколько проходов, судя по всему, да? Один совсем поверху. Это, видимо, для тех, у кого беда с этим. С противогазом, да? Скорее всего, главное, чтобы ничего не рухнуло. Видимо, да, это для тех, у кого проблемы с противогазом. Обойти. И все, да? Видимо, да. Других вариантов я что-то как-то не вижу. На один черт надо спускаться. Ну, еще один. Очень страшно. О, опять батя в комнате. Здесь вас таких откармливают, да, ядренка черешка. Еще один скандыбает. Тихо. Позиция удобная. Стоишь сверху. Попадаешь им по-любому условно в голову. Ладно, очень условно в голову. Скорее уж загривок, но... Ну, все что ли? Да, похоже, противники кончились. Так, ну блин, снизу тоже надо будет погулять, это же... Это же интересно. Что там внизу? А внизу там наверняка что-то есть. Наверняка что-то можно собрать. Что-то можно найти. Что-то можно обнаружить. Больно. Понимаю. Нет, внизу определенно имеет смысл погулять. Только меня псом тут не сожрал. То у меня есть ощущение. Да, что увеличить, то может это. Слегка расстроиться моим наличием тут. Ну и попытаться меня захавать. Мне это, знаете, как-то вот совсем не хочется. Есть у меня такая странность. Знаете, не люблю я, когда меня хавают. Так, ну нет, внизу как бы дофига лута. Всякого разного. Человек, который попадет в эту точку без противогаза, конечно, дофига чего пропустит в итоге. Что не есть гуд. Ну, то есть совсем плохо, будем честны. Потому что сверху особо-то, я бы не сказал, что наблюдается какое-то лютое разнообразие. Сверху это больше как обходной путь получается. Вот я вот спускаюсь, да, внизу этот звук этого сама, блин. А это... Ну что это? Это выбраться из воды, что ли, в случае чего? Похоже на то. Точка выхода. Давай, залазь. Так... По-моему, противогаз надо снять. По-моему. Ага. И у нас опять два варианта, да? Либо повер... А, нет, стоп. Вот теперь только поверху, понизу, точнее. Ясно. То есть вот здесь уже, как говорится, извини, подвинься, да? Только... Только уже с противогазом. Если у вас нет противогаза, сударь, то вы мудак. Большой и тупой, как говорится. Давайте, выпрыгивайте из вашей ванны. Я знаю, что тут нету. Че, никто его... Странно. Странно. Ну, что встал-то? Захавал. Спасибо, сон. Фига себе, дверь за собой закрыл. Какая вежливая рыба, слушайте. Прям это... Не сон, а... Мат. Массафака джентльмен. Да уж. Там один гриб остался, ну да фиг с ним. Ну ладно уж, из-за одного гриба сейчас точно ползать. Да, да. Артём, жив? Нет. Дома? Нет меня. Артём, как? В полной жопе, милая. Ты даже не представляешь.
Вурдалаки сожрать пытаются. Сом сожрать пытается. Эти святоши анафеме предают. Полнейшая жопа, я тебе скажу, дорогая. Не жизнь, а черт знает что. Так. Ага. Так. Вижу ящики. А в ящиках что? Что-то полезное. Так, вижу записки. Почитаем. Общая тетрадь. Раба Божия Алевтина, 79 лет старость. Раб Божий Петр, 60 лет отравился грибами. Раб Божий Михаил, 42 года. Не верю. Убит электрическим демоном. Раб Божий Захар, 31 год. Не верю. Убит электрическим демоном. Раб Божий Виталий, 48 лет. Не верю. Убит электрическим демоном. Раб Божий Олег, 32 года. Не верю. Убит электрическим демоном. Раб Божий Татьяна, 40 лет. Чахотка. Раб Божий Наталья, 45 лет. Чахотка. Раб Божий Валентин, 30 лет. Не верю. Проглочен царь рыбы, когда набирала воду. Раб Божий Наталья, 8 лет. Голод. Вы сволочь. Раб Божий Степан, 22 года. Нападение горгули. Раб Божий Илья, 45 лет, зверство язычников. Раб Божий Борис, 56 лет, зверство язычников. Раб Божий Яков, 34 года, зверство язычников. Раб Божий Абрам, 67 лет, воспаление легких. Раб Божий Кирилл, 33 года, неверие, проглоченный царь рыбы на рыбалке. Раб Божий Никодим, 40 лет, нападение горгули. Раб Божий Василий, 62 года, нападение горгули. Раб Божий Евгений, 54 года, утонул. Раб Божий Александр, 41 год, упал с моста. Раба Божия Инна, 6 лет, голод. Раб Божий Алеша, 5 лет, голод. Раба Божия Варвара, 13 лет, воспаление легких. Раб Божий Иван, 38 лет, утонул. Раб Божий Семен, 45 лет, чахотка. Раба Божия Лариса, 27 лет, родильная горячка. Раба Божия Наталья, 25 лет, родильная горячка. Раб Божий Михаил, 25 лет неверен, но заберут по смерти же Наталья. Как уж тут неверие. Раб Божий Николай, мертворожденный сын Наталья Михаила. Раб Божий Степан, 47 лет, излишнее усердие в посте. Раб Божий Алексей, 18 лет, неверие, проглочен царь рыбы на рыбалке. Неизвестный зрич с юга, возраст неизвестен, черная лихорадка. Раба Божия Василиса, 23 года, черная лихорадка, заразилась, ухаживая за путником с юга, да упокоит Господь ее отзывчивую душу, записал недостойный раб Божий. Сплошные рабы. Смешно. Так, ну нет, тушить не будем. Так. Вот та самая красная дверь, да? А, подожди, так я в любом случае сюда попал, что ли? Так или иначе, только с другой стороны. Хе. То есть от ключа эту толку как-то особо нет, да? Любопытненько. Ну да, немножко странный момент, честно говоря, но фиг с ним. Так. Ну чё? И чё тут? Динь-динь. Может, вот эту фигню надо, пока он там бесится. Я его убил или не убил? Ну вроде, черт его знает, ладно. Сейчас разберемся. Дрезин, Дрезин. Привет, Дрезин. Хрен поймешь, вроде он там внизу тусовался. Вроде бы. Как бы. Так. Ну, поехали. ДГШУ. Номер такой-то. Насколько помню, не крутиться можно. Все-то он знает. А куда что вставлять, блин? Вон в ней, да, можно вот этот прикол. Мне, блин, всегда эти кресла, и, ну, не знаю, прям, не знаю, нравилась мне эта тема, да, от разворота сидений. А. Нет, стоп, подожди. А как? А, Space. Да, вот эти моменты с разворотом. Чух-чух-чух-чух-чух. Подожди, так я убил сама или не убил сама? Я что-то так и не въехал. Как-то это.
Он вроде как на меня кинул. Он вроде как тут куда-то улепетнул, но, короче, непонятно. Разобрался я с ним, не разобрался. Ладно, давайте. Гыть, гыть, гыть. Ну что там? Ладно, пока с дробовиком покатаемся. Поехали. Есть там кто на связи? Ау. Чух-чух, мазафака. Да, я живой. Ага. Возможно. Так долго связи с тобой не было. Бывает. Как же я рада, Тёма. Да ладно тебе, что-то первый раз, что ли? Папа, ну хватит уже. Действительно, папа. Артём там, небось, не загорал. Вот ты... А, он еще и претензии там предъявляет? Папа. Да, паря, достал дрезину? А куда она денется? Скажи, достал. Теперь тебе к вагономойке надо. В вагономойке? Ну, ты уж там того, аккуратненько. А то что? Печально. Так что, если чего, то и как говорится. Краткая сестра таланта. Так. Ага. Хорошо. Это не книжка? Нет, это... А ты что, даже задыхаться начал? Так я самому не понял, сделал я правильно, неправильно. Так, давайте-ка, по-моему, вот это перекурочное, да? Вот это вот. Вагономойки. Так, секундочку. То есть, если разобраться... Ага, там мы были. То есть, мне сейчас попри... А, ну да, логично. Тут вот куда я как раз и не пошел. Все правильно. И там же и Мишка где-то по дороге. И вот тут какая-то локация. Какой-то кинжал нарисован, еще что-то. Вот тут вот, да? Интересно. Ладно, сейчас разберемся. Ну, это, я так понимаю... Да. Да, да, да. Это перекурочная. Послушаем запись. Что скажут? Это последняя кассета. Постараюсь да. Растянуть ее подольше. Давай. 20 сентября. Сегодня совет приперся. Проповедник. Нес какую-то ахинею про то, что мы все выжили по воле Божьей. И что шаровые молнии — это наказание за наши грехи. Хм. Какие еще грехи? Последний генератор сгорел. Ребята погибли. Ну ладно. А надо было. Кромоотводов из-за мракобеса решили отложить. Пусть свои обереги в деле сначала покажут. 27 сентября. А Зеландия-то не так просто. Его обереги, громоотводы и есть? Ага. Электрики наши вон сколько объясняли, как заземлять правильно. Да все же умные, кто там их слушал. А этот Бог сказал так делать. И точка. Без потерь. Роман только недоволен. Чудак человек. Какая разница, какого цвета кот, если крыс ловит? 5 октября. Зеландия прав. От остатков оборудования надо избавляться. Молния определенно реагирует на технику. А без большого генератора нам нормального электроснабжения и не видать. Так чего из-за мелочей рисковать? Давай, давай, жди. Заканчивается пленка, заканчивается год.
закончится вместе с ними. Хм. Мы больше не одиноки в этом мире. С нами Бог. А значит, кто против нас? Определенно не я. Значит, и дневнику моему конец. Новый год. Время начать жизнь с чистого листа. Да и электричество, как говорит отец Зеландий, грех. Да, сменил чувак окраску, что называется. Так, что у нас осталось? Во-первых, да, те островки, которые я хотел посмотреть. Туда я, наверное, уже не поплыву. Это слишком далеко, что-то смеюсь, что вообще можно проплыть. Я наверх карты смотрю, где февраль, март, апрель. Видите, там какие-то острова прям. Там можно здесь попасть, вообще нет. Ну, надо будет прогуляться. Так, вот это вот слева несколько зданий. Ну, вот как я сейчас смотрю, здание. Мишка. И эта фигня. Лодка. Да нет, ну надо будет поплавать. Посмотрим, если сама сейчас нет. В целом. Но это все будет в следующий раз. И как естественно ночью. Так, давайте. Так, да, спим до ночи. Еще не хватало тут при свете дня гулять, пока бандит все не перебит. Ну а на этой положительной ноте, так как, в общем, достаточно неплохо тут побегали, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях, друзья, мне рассказывайте. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девушек чмокаю в щечку. Увидимся в следующей серии. Метро Форева. Как-то так?